Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, сегодня фикс-прайс еда. И Деня... Привет! Да, а с нами скромняшка Крис, она скромная сегодня в черном, поэтому... Деня пытается забрать чай, поэтому мы сразу о нем скажем. Вот такой чай я взял. Камера опускается. Оператор нам помогает. Оператор делает нам движение в объективе. Короче, вот такой чай Тесс, написано черный кенийский чай. Денечка, на, займись чайком, котенок. На, смотри, выбирай пока. Это мой любимый Тесс, я всегда у них беру другой. Вот я Кристиночке заварила, налила. Сейчас Деня разбросает все чаинки. Вот так, да, получше? Сейчас Кристина попробует и скажет, чем же отличается этот чай от нашего. По запаху обычный пакетированный чай. Сколько ты его подержала в воде? Ровно одну секунду. Чуть-чуть он заварился. Чё? Надо было закрыть мне глаза и сказать, что это. Я бы сказала, это вода кипячёная. Да? Да ну нет, есть немножко крепковатость. Вот. Короче, обычный черный чай, я согласна. Написано кенийский. Ничего особенного, девочка. А какой должен быть кенийский, ты знаешь? Нет. А ты? Кенийский, это вообще откуда? То есть ты еще рассмотрела на ски. Для меня вот просто Тесс красный, у тебя такой постоянно стоит. Нет. Ты увидела Кения, Кения. У меня красный, Кения. Он идет вот, сейчас я вам скажу какой. Он идет у меня, короче, с персиком, там что-то такое. А здесь он даже нарисован как-то, видите, по-другому. Черненько как-то. Ну, короче, как-то необычненько. Черненько, слышишь? Оно все черненько, да? Играйся на Денечка. И так как мы сделали чай без сахара, как раз мы можем попробовать с вами из фикс-прайса вот такие вот интересные палочки кукурузные сладкие. Мама, когда увидела, говорит, ой, я так любила раньше есть эти палочки пачками. Да, мы же раньше, да, это в детстве, да, мы любили. А ты знаешь, что они вообще на самом деле очень калорийные? В детстве мы об этом не думали, мы бегали сколько. Я вообще не думаю о калориях, когда мне что-то очень нравится. Зачем портить себе настроение? То есть, ты, а у тебя все сладкое? Мы со сладкого начнем, да? У меня все сладкое. Я же сладкоежка. Блин, классные палочки. С детства, да, да? Угу. Палочки из СССР. Да. Там еще какие-то были маленькие, но я люблю вот такие брать. Именно, да, мягенькие. Вот если все равно кукурузные, такие твердоватые, эти приятно тают во рту. Так бы вот сейчас ели бы ее, да? Но у нас еще много еды. Ну, немного, но... А чего вообще их делают? А, кукурузные. И кукурузы, Крис. Ладно, давай еще по одной. И поехали дальше. А ну-ка, дай запить кенийским чайком. Как раз без сахара хорошо, да? Я пока не хочу запивать, он все портит. Такой отвратительный, что ли, чай? Нет, ну, смывает. Кстати, я взяла вот такой коктейль молочный, клубничный. Мне одна из подписчиц посоветовала его приготовить. Но я думаю, что мы оставим это для отдельного видео, да, там поржем, пошутим, что-нибудь повеселимся. И заодно сделаем такой вот коктейльчик. На моей новой кухне еще не было никаких видосов. Ну попробуем вообще, что он как, свои впечатления расскажу. Написано только добавь свежее молоко и все, да? Ты и пробовала? Все. Ты пробовала? Всего-то сходить в магазин, готовы выстоять в очереди, купить молока. Всего добавьте молока. Да. Вот не, как напишут. Вот, но у меня, например, всегда молоко есть. Ну подожди, ты-то его покупаешь, оно же не просто так есть. Просто у кого оно просто есть? Есть. И у кого оно есть, оно это есть. Просто, просто добавь молока, если оно есть. Да заработай денег. Для Кристины это не просто коктейль. Ну, понимаешь? Возможно, мы его приготовим вместе. И она будет... Это очень будет. На две части видео можно будет разделить. Огромное видео. Ладно. Я взяла вот такую штуку попробовать. Мне очень понравилась форма. Это сухарики Хрустим. Ты же говорила, у тебя все сладкое. Да я вот не подумала. Смех. Смотри, какие... Ой, сразу аромат пошел. Вот такие штуки. Мне захотелось их попробовать. Бекон. А у него твердая. Воздушное что-то, да? Ну эти твердые понятно почему. Скорее всего, с безалкогольным пивом их пьют. Или с алкогольным. С алкогольным.
Короче, прикольные штучки. Я очень люблю, когда сухарики не очень твердые, чтобы не царапать десна. Кстати, форма, обрати внимание. Форма сушек. Ушки. Ушек. Сушек или кольца это. Ну, ушек, да. Бекон же нарисован. Типа свинячьи ушки. Кристина. Фантазерка. Ну. Да ты думаешь, тебе просто так на прилавок кладут? Они же сначала... Мне показалось, что это в форме колечек вообще луков. Колечек вот такие. Ну ладно. Так что, соленая надо? А вот это что? Вот это я тоже нашла, мне показалось что-то интересненькое. Смотрите, какие-то непонятные штучки. Но они висели рядом, знаете, с чем? С палочками. Написано с морской солью. Да, у тебя все... Да, у меня все сладкое. Вторая пачка. С солью. Видишь, я невнимательна пока. Ух ты, ля, они тоненькие такие. Зачем ты сказала ух ты, я быстрее уже руку. Смотрите. Это печенье, да? Они тоненькие. Я думала, что это по типу соленых палочек, только они сделаны вот так, таким образом. Ну, соленые. Ну, короче, между крекерами, печеньем, да? Угу. Вкус соленых палочек. Лень, будешь? Пацан. Попробуй. Маленький такой. Сейчас вы видели бы его лицо да. В этот момент. Так, что дальше? О! Мы не показали бритвы. Блин, вот. В другом фикс-прайсе мы показывали. Я разложила по пакетам все, чтобы показать в одном еду, а в другом это. Короче, вот в фикс-прайсе взяла вот такие вот новинки. Это бритвы. Вообще, ну нормально в тему к еде, да? Ну, я думаю, это знак. Блин. Ты не просто так, они очутились в этом пакете. Потому что их нужно было показать с едой, да? Ну, сейчас покажу, блин. Открою. Вообще, Биг фирма, ну, не новая, да? У тебя были когда-нибудь станки? Это не бритва даже, или бритва, это станки. Станки, да. Ну, я уже сразу вижу, что такие они плотные. Виду, да. Ну, виду, да, мисс. Еще и розовые, мисс, для девочек. Ну, симпатичные, мне даже не. Ну, скорее всего, они дешевле, чем жилет, а так напоминают. А тебе обязательно их открывать? Да. Не знаю, показать, какие они красивые. Ну, давай. Подожди, ну как? Они как-то должны же открываться легко. Ну, да, сейчас просто все упаковки, да, всегда. Все упаковки должны открываться легко. Если они открываются нелегко, это уже плохо. Здесь да, поддеваешь так вот, все. Короче, здесь две, одна посветлее, посмотри. Другая потемнее, я смотрю. Съемная головка там или нет? Не одноразовые. Смотрите, какие красивые. Ну, вообще-то такие устойчивые какие-то, да, хорошие. Да, красивые очень. И красивые, и удобные. Ну, даже, мне кажется, поприкольнее, чем жилет. Короче, залезло вот такое вот. Ну, сейчас спрашивайте, три лезвия тут. Три? Да. Я расскажу потом. Так, Дэн, что ты тут? Давай, чем идем? Вот еще сухарики. Да у тебя там у сладкого нет. Соленые сухарики со вкусом, знаете, что? Жареного мяса с лучком. Вот такие вот сухарики. Вот такие. Я такие не пробовала еще, поэтому мы сейчас все вместе попробуем, да? Только кроме Деньки. Деньки такое нельзя. Ну-ка, на, Крис. Да, Дэнни. Жареное мясо. Я тебе другие дам, Дэнни. На. Чувствуется лук и жареное мясо. Мне кажется, вот только лук и жареное мясо. Даже там нету крошки ни одной сухаря. Только мясо. Мне кажется, тебя обманули. Что фантазия делает с людьми, да? Так, ну так что у нас здесь? Ну сухарики нормальные для сухариков. Мне не очень понравились. Да? Какие-то они горелые или мне горело. Я вообще редко даже и сухарики ем сейчас прям. Ты не показал, что горело? Так это специальный хлеб такой отрубной черный, они не горелые. Мне не нравится. Еще дать? Многие именно такие любят. Вот я просто так была в гостях, именно такие все поели. Белые остались, а черные. На. Кстати. Спасибо. Кристин, спасибо, малышек такой, спасибо. Кстати, искала шоколадку Победа, да? Которую ты тогда, да? С коньяком покупала. Ее нет, закончились, представляете? А я помню, что она была очень вкусная. Но я взяла другую шоколадку попробовать. Мне показалось, что она тоже, возможно, какая-то интересная. Вдохновение со кофейный ликер. Вкус кофейный ликер. Ну и что, понравилось мне? Да, нормально. Ну, с Викой брали
вдохновение. И коммунарка тоже была. Коммунарку сказали, очень вкусная. Они похожи, вот эти шоколадки. Да? Сейчас вот это попозже попробуем. Мы сейчас, знаете, что с вами попробуем? Казинаки сначала. Такие казинаки. Вы пробовали? Батончик отличного настроения. На, Дэнь, на. На. Понравилось тебе, да? Он Кристинку кормит, угощает. Спасибо. Да, пахнет семечками. На, Крис, кусай. Туда же, к своим печенюшкам. Но много нельзя твердого для зубов. Ты вообще любишь казинаки? Раньше обожала, сейчас тоже люблю. Я думаю, что сейчас ненавижу. На. Что-то ты подсел, по-моему. Ну, неплохо, скажи, но... скучно с вами, девки? Бывают казинаки и лучше. У них, кстати, небольшой срок годности, я смотрю, да. От 03 января, февраль-март. От марта до августа. Полгода? Да. Примерно. Так, дальше, последнее, предпоследнее, что мы попробуем. Мне показалось это каким-то очень интересным. Я и там, и здесь. Крисинка, наешься сейчас. Я нашла вот такие печеньки, они с шоколадной нугой и печеньем. То есть я не видела до этого их раньше. Вот так они выглядят. В отдельных упаковочках. Ты видела такое? Смотрите, нуга написано. Печенье и нуга? Да, тут сливочная. Слушай, нуга, казалось бы, печенье. И печенье, и нуга, как классические сладюшки, да? А в сочетании я тоже попробую. Что это такое? Что? На, а, Дэнь. Хотя Твикс. Все тебе, на, Твикс. Все печенье. Они, кстати, даже называются так же, как и палочки. Вот так, Стиверс, что-то такое. Короче, внутри как шоколадка. Давай, кусай. Что там внутри нас ждет? Ты до печенья добралась? Вкусно. Что-то интересное, да? Да, мне нравится. Я бы съела целую. Упаковку? Упаковку, коробку. На. Спасибо. Ну, давай покажем. Вот, смотрите, коричневая это печенька. Дико. Вот эта вот нуга белая, сверху шоколад. Держи. Действительно вкусненько, прям стоит попробовать, девчонки. Они все здесь одинаковые, насколько я понимаю. Да. Хорошие, да? Мне кажется, печенье залито нугой. Причем не то, что один пласт печенья, а вот ты видишь, посредине ничего нет. Кусочками оно там как-то. Ну и теперь я хочу попробовать вот эту шоколадку вдохновения. Мы все знаем эту фирму. У них, в принципе, неплохой шоколад, но именно кофе с ликером я не пробовала. Здесь в отдельных пакетиках все. Сейчас я заценю, скажу свой вкус. Как оно мне? Вообще я не очень люблю, знаешь, кофейные конфеты какие-нибудь, вот это, торты с кофе. Я люблю кофе, оно кофе. Не люблю что-то левое туда. Слушай, а вы знаешь, вот мне интересно, что это такое, когда, знаете, шоколад такой не чисто черный, а какой-нибудь... Ну, раньше я думала, что это соевое. Вообще невкусно. Потому что шоколад соевый. Что ты знаешь? Ну, считается, что соевый он дешевый. Кажется так. Ну, да. Вообще неприятно. На. Вообще шоколад даже не чувствую шоколад. Ну, мы покупали, по-моему, у нас и так неплохо было. А это что-то у тебя? Он, видимо, неправильно хранился, потому что, видишь, вогнутая. Это прямая должна. Прям коммунаркой. Нет, не коммунаркой, а кенийским чаем захотелось прям запить. Ну и что? Ну мне такое нравится. С Кристинкой ничего не пропадет. Ну просто это не шоколад, нет, мне не все нравится. Ты как... Мне правда такой просто нравится. Он, знаете, какой... Немножко как вот рассыпается. Мне кажется, они его неправильно хранили просто. Да, я слышала, что шоколад может светлеть и такой быть непонятный цвет у него от того, что он хранится неправильно. Либо еще по какой-то причине нормальной, то есть неплохой. Хранится неправильно, это уже, да, что-то неправильно делали. А есть какая-то причина того, что... Да есть такой шоколад, где разновидность вот этого вот. Что типа нормально все. Короче, непонятно. Но вкус мне не нравится. Я пробовала вдохновение.
И там был вкус шоколада с орешками. Обычный, да? Шоколад, классический. Да, который классически плитка идет, он там чувствуется, то, что. Нет, тоже он... такими штучками. Да? Да. Он нормальный, а этот нет, не вкусный. Дыня, короче, им очень понравилась эта фигнюшка, да? Кругленькая. Детишкам солененькая, и оно особо не вредненькое. А что тут, да, вредненькое? Им очень понравилось. Это как палочки. А, как палочки, да. Только кружочки тоненькие-тоненькие такие. Отдай, мама. Прям накорми, мама. Дай. Кристине? Да, забрал у меня сорта и дал Кристине. Все. Спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо. Спасибо. Да, соленые палочки. Ну что, все? Все? Да. Короткое видео, хотя, глянь, 15 минут. Все, мои хорошие, мы с вами прощаемся. Надеюсь, наше видео вам понравилось. Да, потом хотел забрать. Да? Не, ну я же сама взяла. Нет, я сама его руку. А он не понял, да? Что случилось? Ты что, блин? Печеньку забирают. Все, мои хорошие, мы с вами прощаемся. Надеюсь, наше видео понравилось, что-то было полезное, что-то новое. Попробуйте обязательно то, что вы еще не пробовали. Можно я скажу? Конечно. Ну, я же должна тоже сказать свой комментарий. Скажи. Сегодняшние продукты мне твои все очень понравились. Да? Да, очень все вкусные. Ну, практически. А мне не понравились. Сухарики, я почему говорю, что я... Вот это я тебе отдаю, держи. Да все, давай. Вот это я тебе отдаю. Ой, вообще, все очень вкусно. Не знаю, мне понравилось. Сухарики с мясом я мне редко. Мясо там нет. Сухарики я редко покупаю, но иногда вот, ну, неплохие тоже. Не знаю, это Денька съест. У нас дверь открыта, надо кто-то закрыть. Давай тогда прощайся. Давай, целуем, обнимаем, любим вас, прощаемся до следующего видео. Пока-пока. Пока. Ссылка на Кристинин канал, как она там выпендривается, будет под видео. Посмотрите. У себя я очень... Скромняшка. Скромняшка, блин, я видела... Только у тебя можно повеселиться. Я видела твои последние видео. Посмотрите, зайдите.